Сергей, ожидали такой открытый хоккей сегодня? Не знаю, готовились просто к хорошей команде и, как обычно, хотели показать свой лучший хоккей. Думаю, сегодня нам это удалось. Видеопросмотров было просто как бы громадное количество. Мешало это как-то вам? Ну, особенно последний, наверное, помешал, потому что очень долго его просматривали и уже все подзамерзли. Все-таки не каждый день 9-1 счет. Поделитесь эмоциями. Просто радостно, хорошо играли. И опять же, хорошо, что забивали все. Какое-то определенное звено. Это показывает, наверное, что у нас общая целая хорошая команда. Это недельная пауза. Это главный фактор такой фееричной игры? Сложно сказать, потому что иногда идет плюс, иногда идет минус. Как видите, сегодня нам пошло это плюс. Впереди Омский «Авангард». Какие мысли по этому поводу? Следите ли за их играми последними? Я вообще лично, в принципе, не слежу ни за кем. У нас есть тренера, который показывает нам видео непосредственно перед играми, и нам этого достаточно.